Итак, дорогие друзья, ученики, приступаем к массажу ног с задней стороны. Для этого, как вы помните, мы растираем масло по всей поверхности ноги. Если волосатость, скажем, человека повышена, да, то масло добавляем чуть побольше. Смотрите так, чтобы масла было ни много и ни мало, а именно столько, сколько нужно. Это, конечно, приходит с опытом. Вот. И еще раз повторяю, что все наши движения будут идти снизу вверх по ходу движения лимфы и венозной крови, да? А сегментарно мы будем делить тело наоборот, сверху вниз. То есть сначала ягодицы разогреваем и делаем, потом бедро, потом икры, потом голеностоп. Вот. Ну, для начала, чтобы человеку было более комфортно, да, вот мы размазали масло. И дополнительно согрели такими продольными, резкими, быстрыми, энергичными движениями всю его ногу, включая ягодицу. Переходим к массажу ягодицы. Это непосредственно все наши вот эти техники. Лапа леопарда с шестеренками, да? Кулачки. Вот так вот хаотично вот ее размяли, и все время уводим руку вот туда, за большой вертел бедренной кости, вот этот вот, да, вводим все время при каждом, ну, максимально почти при каждом движении, кровь и лимфу вот туда, в подвздошную впадину, в паховую зону, вот туда мы все это вот постоянно уводим. Сделали кулаками, ладонями, там пальчиками размяли, да, нашли какие-то точки, проделали. Но про массаж ягодицы, это вы смотрите отдельное видео, посвященное именно массажу ягодицы, поэтому я конкретно сейчас подробно не буду на этом останавливаться. А вот так вот достаточно поверхностно мы ее уже размяли, согрели и переходим к бедру. Бедро у нас делится условно визуальной линией пополам. Получается внутренняя сторона и внешняя сторона. Да? С внутренней стороны мы разминаем кольцевым захватом, внешнюю сторону разминаем кольцевым захватом. Для этого, видите, тут еще важна энергетика, эргономика, вернее, вашей позы. Я для этого ноги постоянно пошире, да, чуть-чуть присел и как бы на ногах пружиню. То есть я не за счет вот просто силы рук это делаю, да, а за счет движения всего корпуса. Я добавляю усилия, видите, от плечей даже идет, от ног это идет. Это даже немножко как бы пританцовывая. Это дает вам, эта упругость, она дает возможность расслабить максимально руки, не перегружая их, да? Ну и дополнительно просто такое, знаете, некоторая веселость, легкость движения, такая вот пружинистость ваша получается. Вот, и увожу опять все туда, в паховую зону. Потом захватываю обе половинки, с той и с другой стороны. И вот такой элемент получается скручивание немножко, то есть одни волокна идут против других. Видите, получается такой массивный большой валик всей ноги, всего бедра. Как видите, все равно я делаю вот колено и вверх иду, да, все движения снизу вверх. Далее мы ставим кулачок вот этой частью на внутреннюю сторону ноги, а этот кулак с обратной стороны на наружную сторону ноги и продавливаем большими движениями. Вот как бы тут идет скрутка, но она одна на все бедро, то есть таким большим широким хватом мы всю массу вот этих мышц всю как бы вот разминаем, то есть получается вот в одну сторону, да, и в другую сторону. При этом меняем руки, соответственно, с этой стороны, с этой стороны. Вот, можно добавить локти, локтевая техника, когда мы вдоль ноги и ягодицу еще захватываем, вот туда вот уводим. А с наружной стороны, по центру ноги и по внутренней стороне ноги. Можно делать гораздо быстрее. Помните, прием наш был рубанок. Вот это тот же самый рубанок, только локтем мы большие массы продавливаем и проходим до ягодицы.
практически ягодицы тоже массируем локтем. Отдельно можно локтем ягодицу еще раз промассировать. И все бедро. Теперь следующий прием, когда мы уже переходим к более такой точной работе, да, то есть все у нас согрета, вся большая масса. Устанавливаем руки вот так вот, друг после друга. И от коленки идем вверх. Ну, это у нас не совсем растирание, оно как бы совмещено с лимфодренажем. Поэтому мы проходимся достаточно глубоко и медленно. Ну, получается, два раза можно пройтись. Один прием ради растирания, да, быстро вот такого. Вот сюда ходим вокруг верстия до бедренной кости. А другой прием — это медленно, глубоко нажимая, прям с усилием. Видите, как у меня тело над ним нависает. Продавливаем и уже медленно прожимаем вверх, толкая лимфу нашу выше. Как вы помните, лимфа течет только снизу вверх. Мы и помогаем в этом. Развернули наш корпус тела вот так вот, небольшим таким шажком, полшага, да, и установили по вот этой вертикальной поверхности, да, которую мы визуально разделили пополам, пальцы наши. Проходим, продавливая точки. Тут есть акупунктурные точки, триггерные попадаются, бывает в некоторых болезненно. Ну, одна из триггерных точек — это вот прям посередине этой мышцы, вот. И одна находится под седалищной костью. Вот ее тоже так продавливаем. Следующий проход у нас идет лапа леопарда, шестеренка против большого пальца. Большие пальцы остаются тут же, да? Только мы друг против друга вот это вот все сжимаем. И стараемся поднять ногу максимально, как бы вот эти мышечные массы оторвать от стола. Это вот следующий проход. Давайте так разделим. Сначала идем просто шестеренки делаем, да? Следующий проход, когда мы целиком всю ногу захватываем и пытаемся эти большие массы оторвать от стола. Вверх. И вводим туда опять все мышцы, всю нашу жидкость организма вводим туда, в паховую зону. Проходим кулачками. Продольные такие проходы, да? И смещаемся дальше, полшага назад, оп, смещаемся к коленке и будем работать с икрой. Ну, об этом будет у нас в следующем сете номер 2, а пока сет номер 1 — работа с бедром.